Есть трудное слово на свете, его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети и слышать не то, что понять. А взрослым хоть совесть вещает, почаще его говорить, то гордость тому не пускает, то знание льчиль не велит. Оно никому не мешает, оно примиряет людей, и тот, кто его применяет, бывает сердечно добрей. Что это слово такое, что многих так сильно страшит? Несложное, очень простое — прости, и Бог тоже простит.